Ювелирные украшения являются неотъемлемой частью национального искусства туркменского народа. У этого изумительного филигранного искусства, истоки которого уходят в глубину веков, еще много нераскрытых тайн. Туркменские украшения напоминают воинские доспехи, железную кольчугу. Брошь, дагдан, букав – это женские украшения, которые носятся на шее, напоминают кольчугу, а браслеты, доходящие до локтя, напоминают стальные наручи. Есть немало исторических сведений о ювелирных изделиях, украшающих запястья женщин и девушек. В эпоху могущества и счастья бережно сохраняются оригинальные образцы древних национальных браслетов с парными элементами. В настоящее время мастера также используют методы и технику древних мастеров-зергяров. Совершенствуя древние орнаменты браслетов, зергяры изготавливают изделия в современных мотивах. Человек, влюбленный в прекрасное, был всегда в поисках красоты. Под влиянием прекрасного меняется отношение к миру, развивается творчество. Украшения, где отражается усердие, энтузиазм, старания зергяров, хранящие удивительный и таинственный мир, это филигранное искусство, пленящее сердца. Туркменское национальное искусство очень древнее, оно передавалось из поколения в поколение, совершенствовалось и дошло до наших дней во всей своей красоте и великолепии. Относясь к своему ювелирному искусству и к своим украшениям, как к священности, туркменский народ всегда стремился еще более усовершенствовать его и довести до истинного эталона красоты. Тот, кто хоть раз оказался в плену чарующего мира ювелирных украшений, тот уже не сможет освободиться от желания еще не раз испытать это очарование. Национальное ювелирное искусство – это древнейший феномен туркменской культуры, в котором особенно ярко появились великое богатство художественного вкуса и изумительное чувство декоративности. Создавая ювелирные изделия, мастер использует удивительные узоры, заимствованные у самой природы, разнообразного растительного и животного мира и символизирующие собой красоту окружающего нас мира. Выводя причудливые узоры на благородных металлах, он постигает загадочную душу человека. В руках ювелира обычное золото и серебро превращаются в причудливый мир узоров. Прекрасные ювелирные изделия пленяют нас своей красотой и филигранностью. В этом можно убедиться, глядя на ювелирные изделия талантливого ювелира Гаухер Нуриевой. Гаухер Нуриева с детства мечтала изготавливать украшения, глубоко изучила все тонкости этого искусства и сегодня создает настоящие произведения искусства, продолжая старинное ремесло далеких предков.
Туркменские украшения с художественной точки очень изящны, красивы, совершенны и многогранны. Чем тоньше гравировка украшений, тем красивее, нежнее и четче смотрятся узоры. В названиях украшений, даже в гравировке узоров, находит свое воплощение славное прошлое туркменского народа, его национальные особенности и своеобразие, духовный мир и народное творчество. Мир камней – это удивительный и волшебный мир. И чем больше изучаешь камни, тем больше привлекает их волшебный мир. С появлением человечества на Земле люди находятся в тесном контакте с природой. В древности люди воспринимали камни как украшения и как оберег, считая их священными дарами природы. С тех пор прошло много времени, но волшебство камней до сих пор поражает своей красотой и притягивает к себе людей как магнит. Яхонт, коралл, жемчуг, изумруд – это удивительное чудо, подаренное людям самой природой. Примечательно, что все эти камни, используемые для инкрустации ювелирных изделий, добываются в горных пещерах на территории Туркменистана. Туркменские мастера ювелирного искусства обращаются к старинным методам изготовления и уже создают современные украшения в сочетании с древними народными мотивами. Национальное искусство туркменского народа берет свои корни из глубины веков. Ювелирное искусство является своеобразной исторической летописью, переданной нам нашими предками для грядущих поколений. Украшения, где отражаются усердие, энтузиазм, старания зергиаров, хранящие удивительный и таинственный мир, это филигранное искусство, пленящее сердца. Ювелирное искусство на протяжении веков постоянно совершенствуется. Это ремесло систематически развивается и обогащается, и одновременно украшения на протяжении многих веков сохраняют свою оригинальность. Ювелирное искусство – это одно из престижных профессий среди народа. Туркменские украшения отличаются художественным совершенством, многообразием и оригинальностью. В изготовлении, названии, орнаментах отображается историческое прошлое народа, мудрость, национальные и культурные особенности, духовный мир и творческие способности. Все больше совершенствуется усилие туркмен к этому филигранному искусству. Большая ответственность ложится на зергиаров в удовлетворении возросших требований. Туркменские украшения отличаются художественным совершенством, изысканностью и оригинальностью. В изготовлении, в названии орнаментов отображаются историческое прошлое народа. Мудрость, национальные мастера по изготовлению серебряных украшений передают секреты мастерства от отца к сыну, от наставника к ученику, от поколения в поколение. Во все времена зергиары самостоятельно избирали технику изготовления украшений. Характерные особенности туркменских украшений – это отражение каждого изделия своеобразного таланта мастера-зергиара. Туркменские зергиары, заново обратившись к прошлому этого искусства и создавая современные мотивы, все более его совершенствуют. Наше национальное искусство, берущее свои истоки из глубины веков, отличается своеобразием. Оно является прекрасным, совершенным образцом уникального искусства. Ювелирное искусство все еще раскрывает свои тайные страницы книги, которую прошлое оставило в наследие будущему.